И вместе с театром песни «Яр» вам решили представить одну из композиций с Виктором Артемием, художественным руководителем этого коллектива. Мы долго спорили, долго выбирали, какую же песню предложить, а в итоге что? Андрей, мы споем любимую русскую народную песню, которую знают в каждой семье нашей страны. «Коробейники». Так что давайте, подпевайте. Какая песня без баяна, спрашивается, без гармонии тоже. Театр песни «Яр». Надеюсь, мы вас отличным настроением сегодня зарядили. Мне кажется, рыбы даже сегодня немножечко допританцовывали. Студия. Спасибо, Андрей, тебе и театру песни «Яр». Все было отлично. Вот думаю, продолжить или поехать лучше к «Яру», разогреть шампанским кровь.